Ровно месяц остается до перехода на государственную информационную систему «Меркурий». С 1 июля в силу вступает обязательная электронная сертификация. С ее помощью все ветеринарные сертификаты, свидетельства и справки можно и нужно будет оформлять через интернет. Чтобы получить регистрацию, предпринимателям достаточно зайти на сайт Россельхознадзора, скачать нужные бланки, заполнить их по шаблонам, прикрепленным здесь же. Далее это заявление направляется в наш адрес, и после регистрации в течение 5 дней нашими специалистами осуществляется регистрация хозяйствующих субъектов в системе, им предоставляются права доступа, и они уже могут начинать работу с системой. Зарегистрироваться в системе обязан каждый, кто участвует в производстве, доставке, закупке и продаже мясной, молочной, рыбной и любой натуральной продукции. По информации Россельхознадзора, доступ к «Меркурию» получили около 1500 хозяйствующих субъектов региона. Работа продолжается. Стоит отметить, что если раньше все разрешающие документы выдавала ветеринарная служба, то с введением новых правил это смогут сделать аттестованные специалисты и уполномоченные лица. Ветеринарная служба выдает на полный объем, на все перечни продукции, то есть и сырье, и готовую продукцию. Аттестованные специалисты будут выдавать документы с ветеринарным образованием только на продукцию, прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу. А уполномоченные лица – это предприниматели, которые уполномочили своих лиц, они будут выдавать на готовую продукцию, прошедшую термическую обработку, которая запакована в индивидуальную упаковку. Систему придется освоить каждому фермеру, иначе товары будут считаться вне закона. Исключение – только жители удаленных населенных пунктов, где нет интернета. Электронная сертификация позволяет в режиме реального времени проследить путь продукции животного происхождения от фермы до прилавка магазина или предприятия общепита. Дарья Сударева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.